60-е. Время духовного подъема. Время надежд. Первый космический полет и первый выход в открытый космос. Развитие кибернетики и робототехники. Введение современной пятидневки и всеобщая трудовая мобилизация. Время признания советской культуры и самых престижных наград во всех ее областях. Эпоха развития советского хоккея и формирования своего стиля. С 1963 года сборная по хоккею Советского Союза выиграла все чемпионаты мира этого десятилетия и дважды Олимпийские игры. Хоккейная история клуба «Салават Юлаев» тогда только зарождалась.